Ребята, привет! Привет! Мы сегодня приехали в Кронштадт. Сейчас пойдем. Константин. Да, пойдем гулять по форту Константину. Тут вот такая парковка офигенная, оказывается, есть даже. Мы почему-то думали, что он заброшенный. А он, оказывается, не то что не заброшенный, а туда даже вход платный. Вход стоит, по-моему, 100 рублей для взрослых. Сейчас выясним. В общем, сейчас зайдем, посмотрим. Скажем, может, на выходных какие-то другие цены. А вот тут уже туннель под заливом пошел. Все, ребята, в общем, 100 рублей оно и стоит. Вот они, наши билетики. Вот написано 100 рублей. Форт Константин. Держу наши билетики. Тут уже вот начинается. Где лазить, мы не знаем. Может, здесь прямо залезем на верхушке? А, пошли здесь и залезем? Или там культурные маршруты есть? Пойдем здесь? Охота залезть везде и сразу. И женщина-кассир нам сказала, что мы можем ходить здесь сутки. И где хотим, там и ходить. И то, да, и даже тут есть туалет. Первое что-то. Смотри, он гранитный, да? Тут тоже пушки, походу, стояли. Блин, а какой тут ветер. Надеюсь, что у меня звук будет нормальный. Ой, а вот как раз проход, где корабли проходят над тоннелем. Паш, смотри. Вот тоннель уходит под воду, а вот тут корабли проходят, которые в Питер идут. Офигеть, даже это мы увидели. Я так понимаю, это мы по крыше идем. А там, наверное, тоже боеприпасы хранились. Здесь спуститься? Ну, давай здесь спустимся. Вон он, Кронштадт. Ой, как тут хорошо, сразу теплее. О, да. Все открыто, сюда мы и полезем. Смотри, это, наверное, снайперы были, да? Короче, ребята, я уже ученый, всегда с фонарем хожу. Нифига здесь лабиринты. Слушай, какое-то странное, да, сооружение? Ваши маловато. Это что-то непонятное. Отсюда мы зашли, походу. Нет, здесь еще ниже можно выйти. Смотри, тут нитка какая-то. А вон на улице. Это тут квесты, наверное, какие-то проходили, да? Вон, ребята, короче, тут еще какая лестница вниз. Паша уже там полазил. Говорит, прикольно, я тут фонарь свой цеплял. Что там? О! Бесконечность. Это, наверное, прям туда, к самым крайним. Блин, это что за лабиринт? Я не могу понять, как оно тут должно было быть. Это казармы или что я имею в виду? Как ты думаешь, что это такое?
Форд Константин в хорошем состоянии по сравнению с тем, где, что мы с Васей лазили, он весь был. А тут это, наверное, пропуск был. Сюда еще уходит. Сюда не пойдем? Пойдем посмотрим. А, это точно как казарма. Видишь, это вот так вот отходит, как там. Там свет горит, пойдем. А, да, кстати, мы в самый низ спустились, вид на залив. Вот как отсюда выглядит. Пошли дальше. Вот эта вот штука, наверное, поднимала корабли. Она тоже, видишь, на гранитное основание, на гранитном стоит. Конкретная штука. Думаешь, корабли поднимал? Катера? Ну, катера уже. Якорь. Ага. Немножко. Ну, пойдем вовнутрь еще отойдем. Закрывала дверь. Ага. Раньше. Пойдем наверх. Посмотрим, что здесь. Все интересно, блин. Нафига вот эти штуки все нужны? Вон, видишь, побелены, наверное, чтобы это как плесени. Стены обработали, побелили. Это мы, наверное, наверх опять сейчас выйдем. На ветер. Что стоял? Стоял обычный. Задвижка. Это вон тот форт, который на форт Боярд похож. Ну, келья прикольная. Онегин, приди. Ой, тут это, смотри, тут Онегина вызывали. Вымышленно? Не надо. А, ты хочешь поджечь? Да. Подожди здесь. Кто-нибудь зайдет, а тут Онегин. Тут Онегин. Сидит и ждет. Сейчас Онегина устроим. Одна свечка, вот эту тоже можно поджечь. Вон какой здесь потолок. Сейчас я свет потушу, чтобы было видно, как со свечи. О, уже. Круто. Ребят, мы, короче, сейчас загуглили, посмотрели насчет этого форта. В 1808 году его начали строить. И окончание строительства 1901 году, да. И он сооружался для защиты Кронштадта. Вот тут, кстати, мы в тупик пришли. А вот это вот большая... Как бочка, не бочка, на бочку похоже. Туда тоже как-то попасть надо.
А вот приехал автобус с экскурсией. Повели белых людей. Белых людей на экскурсию. Тут даже гараж есть. Вон гараж. Это, наверное, гаражи для лодок. И вон как тут. Вон он чумной это, да, получается, наверное? Блин, а как до него добраться? Я так хочу там полазить, по этому чумному форту. Сейчас мы туда тоже отойдем. Памяти мужественным защитникам морских рубежей России. Такая здесь пушка. Старый корабль. Круто, круто. Не зря мы сюда тоже поехали. Я думал, куда бы поехать. И приехали сюда. Я думал, что после того, как мы с Васей посмотрели тот форт, этот уже не удивит, но этот больше, этот круче. И даже то, что 100 рублей стоит, вообще не жалко, да? Селфи. Сейчас попробую залезти. Опа, на этот корабль. Он настоящий. Корвет, видишь это? Корвет. Блин, мне интересно, не вставят, если я туда полезу? Вставят, наверное. Вот отсюда я тоже думаю, что можно. Офигеть, это корвет, это настоящий старый. Да я, конечно, вот это упадет. А вот Паша на корвет тоже залез. Короче, ребята, вон как тут. Смотри, тут это особо важных персон. Да, у них тут столик был. И у них тут не было трюма. Зараза, кто-то сок пил и выбросил. А тут, наверное, спали, чтобы на них не попадал дождь. Да, что-то я бы на таком корвете в залив не хотел бы попасть. Вон, ребята, вот такой корвет здесь еще прикольный. Водоросли это. Что это за палки такие? Камыши. Камыш тоже гранитная, видишь, какая штука. Блин, как его основательно делали, да, этот форт? Ребята тоже полезли смотреть корвет. А вот эта вот горка, это тоже, наверное, не просто горка. Это, наверное, там еще тоже подземные фигни всякие. Вот тут у них как заливчик свой был, тут, наверное, корабли заходили. Блин, как все это делали, да? Погода сегодня, ребята, от нас. Ветер такой сильный. Холодно. Но хорошо, хоть дождя нет, потому что всю неделю снова лил дождь. Мне прям тьфу-тьфу, везет, к выходным погода налаживается. Даже солнышко, он проясняется чуть-чуть. Реально, вон солнышко проясняется. Как тут хорошо. Этот форт мне больше нравится, чем тот, где мы с Васей лазили по бесплатному. Нет, ну туда бы попасть. На чумной? Да. Слушай, надо узнать, где на чумной уходят корабли. О, я думал, это пушки отсюда торчали. А, вот пушки стояли здесь. Они вон туда, на залив, наверное, смотрели. Во, пушка гигантца вот здесь была. Да, теперь же в той стороне получается. Ну да, враги оттуда могли. Круто. А вот это что там, Паша, написано, не видишь? На плавучую, это что?
Может, это и есть оттуда на чумной форт? Просмотр чумного? А, это может, когда это приезжает финны какие-нибудь. Они отсюда проходят таможню. Вот хорошая лестница есть. О. Да. И ты уже видишь все гранитное сверху. Я тоже хочу в будочке. Давай я тебя зачекиню в ней. Давай. Давай свой фотик. У меня плохая камера. В общем, ребята, мы нафотографировались в этой будке. Вот мы нашли еще карту форта. Историко-архитектурный комплекс Форт Константин. Паромный Бертбаум. Так, а мы где находимся? Вот мы сейчас вот по этим лазили. Ага. По этим? Да, вот туда. Да. Плавучая, да. А еще вот. Вот эта вот часть где? Это вот, вот. А, это вон, вон там, вон, да? Вон она. Сейчас мы еще там должны. Еще там должны полазить. В общем, ребят, сейчас мы идем вот сюда наверх. Батарея Паукер 1872. Так, мы должны все посмотреть. Сперва здесь посмотрим. Здесь тоже походу стояла пушка. Ну да, форт перестал быть военным объектом в 1960 году. Зараза закрыта. Это вот об этих, наверное, про эти пушки. В 909 году еще здоровые пушки эти стояли. Мы наверх хотели или туда хотели? Пойдем наверх. Видно церковь Кронштадтскую, морской собор, да. Вот этот форт, который похож на форт Боярд, наш раньше построили, я слышал, чем... И потом, короче, этот форт Боярд строили уже, они по-нашему, глядя на наш форт, построили такой же. А наш форт больше, чем тот французский. А смотри, он смотрится как будто не сильно большой, да? В общем, ребята, не знаю как, но мы туда тоже попадем. Может быть, даже по снегу, по льду потом пройдем. Да. А вот, смотри, какой прогулочный катер интересный. А тут летом, наверное, много-много-много-много стоит этих яхт, которые потом по Неве еще катаются. Я так думаю. О, есть здесь спуск. Есть здесь спуск. Проход запрещен. Блин, опять мы где не надо. Смотри, это же мина. И такого типа, это плавучее. О, какое дерево здесь, ребят, видите? Старое, перекрученное. Наверное, зеленеет еще. В общем, основные сооружения, походу, мы уже с Пашей посмотрели. Идем мы сейчас еще. Вот сюда мы идем. Здесь осталось полазить нам. И мы идем в машину спасаться в тепло, потому что сильный, пронзительный, холодный ветер. Ребята, смотрите, вот это тоже что-то старое. Что это, Паш? Казарм или казематы? Пойдем посмотрим, что тут. Мемориал. Это может быть здесь начальство сидело, контора. Контора форта, офис. Ну так пойдем наверх сразу. Пойдем наверх сразу. Поднимаемся мы.
не можем мы понять с Павликом, зачем у нас в Питере яхты, если правда постоянно холодно, постоянно дожди. Нафиг бы они здесь нужны были. Вот она, третья эта часть форта, на которой мы, до которой мы тоже наконец-то дошли. Гнилые ступеньки здесь, блин. Китайцы деньги. Вот это, я так думаю, тоже тут было видовое кафе, как когда-то. О, какой большой танкер. А, это контейнеровоз. Вот здесь фарватер у них. Под этим. Вот видите, машины спускаются в тоннель. И под заливом тоннель. А корабли над тоннелем вот так проплывают. Вон там из тоннеля машины выезжают. Круто. Тут, наверное, попрощаюсь уже. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. Если вам сильно-сильно понравилось, было бы круто, если бы репостнули куда-нибудь в соцсети. С вами был Игнат, он Павел. Пока-пока!